Друзья, привет! Некоторое время тому назад я пытался вам продемонстрировать эффективность работы препарата Gardegold на кукурузе и подсолнечнике. Но вспомнил о том, что данный препарат также зарегистрирован на сое. Прошло не так много времени, чтобы оценить его эффективность, но посмотрите, уже, скажем так, немножко заметно. Здесь чуть менее 10 дней тому назад был применен препарат Gardegold. И обратите внимание на отсутствие, почти отсутствие злаковых сорняков. Встречаются отдельные экземпляры, но их не так много, я бы даже сказал, очень-очень мало. И я потихонечку перемещаюсь на участок, где обработка не проводилась, где можно в полной мере оценить фитосанитарное состояние данного участка. После сева прошло около двух недель, и посмотрите, какое количество сорняка встречается здесь. Активизировалась куриная проса, щирица и другие сорнячки. Ну, чуть позже я попытаюсь продемонстрировать полную эффективность данного продукта на нашем участке. Всего доброго!